a mess. Это две девушки пришли в магазин. Вот, приехала тут целый цветник. Одни девочки. Вы же еще не снимаете? Снимаю. Всем привет. Привет. Вот Женя наша, старшая, Мишня. Вот это вот Лера младшая. Это Вера Цветкова. Вера Цветкова. Марина. Одни девочки. Мы играем. Ну, играйте. А я скокс-скокс. Ой, коза. Выросли все. Давно я вас не видела. Полтора года. Женя уже в школу пойдет. Ладно, играйте. Давай. Эй. Дани вот в таких вот ходили. Полинка звезда. Ага. А что это за папа? А у нас папа Люба-блогер. Вау. Ты не знала? Нет. Вот, помаши ручкой. Привет. Ну, это уже знают девушку. Да, у нас Боня уже звезда Ютуба. Вот это, да? Так, я уже раздеваюсь. Ну ладно, раздевайся. Вот такие вот у нас каталки. Очень добрая, веселая. Что? Что, милая, тебе заняться нечем? Давай, давай, ты меня. Здорово. Здравствуйте. Здрасте. Дождик идет. Люба, нет. Сережа. Да. Знакомьтесь. Что, нормально? Ты красиво выкладываешь, а? Мясо, ну и мясо, жарить надо быстрее, пока не промыть. Да, то там картошка уже готова. О. А что у вас за коты тут ходят? Господи, господи, сколько их тут бегает-то. Иначе второго рейса не будет. Иначе быть. Можно без низкого стола. Миш, откуда их столько котов-то? Рыжий наш, мы его прикормили. А, ну это твой, да, рыжий. Бонечка. Боня. Господи, ой, какая собака смешная. Вот он, Фиолент. Куда идут? Да. Так вот, снимать, говорить можно только за стенкой, и то не сильно. Ветрище поднялся сегодня просто. Хотела сходить на спуск, на фиолентовский. Какой? Ветер такой, что вот не знаю, будет вам видно или нет, но вот там вдалеке, на горизонте Севастополь и море. Рынок, 5-й километр с утра. Время 9:30. Что, моя вторая попытка попасть на рынок секонд-хенд на 5-м километре в Севастополе. Почти месяц. 3 недели назад я была, но тогда выпал снег и было все закрыто. Тоже погода сегодня такая неустойчивая какая-то. Ну, сегодня более-менее вроде народ. Но это еще не рынок секонд-хенда, это обычный рынок в начале. Рынок тут огромный. Ну, сам рынок мне
не интересен. Я уже зашла в один магазинчик секонд-хенда и купила прям новенькую кофточку с бирочкой. Потом померяю, вам покажу. Ну, несмотря на то, что они не любят открываться рано, все-таки сейчас пойдем по рядам. Сначала пойдем в мою любимую бижутерию, а потом посмотрим, где что. Вот те муси-пуси. Да, давно я такую обувь не ношу. Из-за моих ножков больных никого нет. Бери, не хочу. Ой, шарфики мои любимые. Ну вот я шарфики не люблю в секонд-хенде покупать. А не знаю почему. Но выбор, конечно, тут огромный. Ура! Сейчас буду искать. Ну, уже набрала. И еще не скоро я отсюда уйду. Пока я все вот это не перерою. Так что уж извините меня, я тут застряла. Народ, за тряпками одна я, за красотой. Надо хоть посмотреть, сколько времени, а то я так и на автобус опоздаю. Так, а там, видимо, блошиный рынок, что ли, теперь? Сейчас пойду посмотрю. Ой-ой-ой-ой-ой. Да я так не уеду сегодня вообще домой. Так, проверяем. Абсолютно верно. Это правильный ответ. Поздравляем вас. Спасибо большое. Ну, а теперь передавайте приветы на правах победителя. Ну, это тяжело назвать блошиным рынком. Это просто какая-то помойка. Смотреть тут не на что. Ничего тут, я думаю, редкого и интересного найти. Так есть у кого на что посмотреть. Кое у кого. А бусы винтажные из янтаря я купила. Надо мне ехать. Вот тебе, вот они все, голубчики. Поехали.
За что ж тебя, Владимир Владимирович-то, на землю кинули? Да в такие-то дни праздничные, а? Сколько ж ты для них сделал, для крымчан? Лучше с ними даже не начинать разговаривать. Тут же переходят. А вы откуда? А вы где? А мы вот так. Да как вы, я уже знаю почти за 5 лет. Что мне объяснять-то? В общем, короче говоря, купила бусы янтарные, крупные, у приятного мужчины. Все, надо мне ехать уже в центр. Вот, опять Севастополь. Вот он, памятник Екатерине. Такой он огромный. Следующий мне выходить. Ну вот, я опять на площади Нахимова. Ну, это вы вчера уже все видели, поэтому я не буду опять все это снимать. Но погодка разгулялась. И то хорошо. Информационный пункт береговых войск Черноморского флота. И все туда лезут зачем-то. Это морской авиации пункт, но он закрыт. Вот это да! Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Вот это да! Прям тут с концерта и по контракту. Завтра концерт будет. Все уже практически. Практически все готово. Но я не останусь. Я не люблю толпу. Все, я опять на катере. Сейчас доплыву. Сяду на автобус 4 часа. И все. Я буду дома. Только хотела вам сказать, что вот это военное судно, это адмирал Макаров. И он опять разворачивается. Вот прям предвкушаю эти вопросы, почему уходит катер. Потому что так Севастополь расположен, что ехать вокруг, на северную сторону, долго и гораздо дороже. Поэтому ходит катер. Я сегодня ну так не выспалась, что прям такое ощущение, что засыпаю на ходу. Ну что, пока-пока, Севастополь. До следующего раза.